А сейчас на авансцену выходит обладатель 50 тысяч гривен. Не исключаю, что он выйдет сюда на собственном автомобиле. Дмитрий Рубчев и Николай Атанов, Бердянск. Здравствуйте, ребята. Наши победители. А вы похудели. Да, да. А потому что мне не хватило этих денег. Слушайте, а может быть как раз сегодня тот вечер, когда вы скажете: «Ай, комики, возьмите ваши деньги и не мучите нас вопросом». Забудь об этом. Ребята. Нет, Дим, мы можем сегодня сделать следующим образом. Давайте. В прошлом году мы хотели стать единственными обладателями 50 тысяч максимальной цифры. Сегодня мы пришли за другими деньгами. Это соточка. Потому что... Готовьтесь. Нет, только улыбаться. Мы готовы. Ребят, мы готовы. Мы готовы. Есть хороший супер-юмор. Готовы платить. Начнем? Спасибо. Потираю ладошки. Сейчас, Дим, одну секундочку. Чего? У нас первая миниатюрка будет, я хотел зал попросить. Она у нас будет музыкальная, поэтому просто вот музыкальный ритм вот так вот держать. О, все, готовы. Включаю. Поехали. Киев, случай на дискотеке. Парень, девушка. Что такое? У меня горе. Что случилось? Меня только что парень бросил. Так, продолжаем, друзья. Сельское казино. Привет, Микола. Здорово. Як справа. Нормальненько. Поиграем в карты. 21. Давай. Я сдаю. В очко. Да, в очко. 21. Я сдаю. На. Еще 3. На. Еще 7. На. Еще 15. На. Еще 1. На. Еще 3. На. Себе. В 21. Сопля. 347. Молодец. Я не успел нажать кнопку, но Вова засмеялся, и Женя засмеялся. Я считаю, что вы вырвали 1000 гривен. Ура! Yes. Очень, очень было тяжело. Очень тяжело. Продолжайте. Да, конечно. Сдаю. 5000 гривен. Да. Лето, Бердянск, пляж. Чебуреки, чебуреки с мясом, чебуреки. Хачапури, хачапури, хачапури тоже с мясом. Вы с легкостью выиграли и 5000 гривен. Следующий. Я думал, я буду первый. Мы не закончили. Дальше мы готовы подарить вам 10 тысяч гривен за отменный юмор. Готовы? Можно продолжить эту миниатюру? Да. Лето, Бердянск, пляж. Сладкая ватка без мяса. Хачапури, хачапури, хачапури. С мясом, да, конечно. Кукуруза! Вареная кукуруза! Креветки, креветки, здорово. Креветки, креветки. Фистал! Активированный уголь! Боржоми! Да. Да, продолжаем. Случай в семье. Иди сюда, скотина, иди сюда! Тварь! Господи, Лена, да прекрати ты! Иди сюда, тушки! Наконец-то начался смех без причины. Вы выиграли 10 тысяч гривен и можете умножить ваше состояние. Я не буду. Продолжите? Шутить сейчас. Сейчас, я секундочку, я просто потерялся в списке. Где тут? У меня тут СМС. Да, 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 продолжаем. Итак, друзья... Сейчас вы увидите, как наши участники выиграют 20 тысяч гривен. Я рассчитываю. Да. Иди сюда, скотина! Иди сюда! Господи, Леночка, да прекращай! Иди сюда, скотина! Я тут чисто случайно шла по кухне! Я чисто случайно взяла тут телефон! Набери, выключи, выбери! Выключи, дебра, выбери! Супер! Женя, все в порядке? Это невозможно, Дима! Так не... И мне кажется, я не вижу даже сотой части того, что видите вы. И поэтому мне остается только констатировать. Вы выиграли 20 тысяч гривен! Вы знаете... Пошел принцип не ради денег, а я хочу до конца эту миниатюру показать.
продолжаем, да? Вы выиграли 20 тысяч гривен, и следующая сумма, которую мы готовы предложить за то, чтобы смеяться, потому что нам так грустно, 50 тысяч гривен. Ребята, ну, может быть, покажете миниатюру до конца? Да. Я выключил вибраторы, пожалуйста. Да ладно, выключи сюда. Что это такое? Я чисто случайно прочитал твои смс-ки. Хочу в Турцию. Спасибо за ночь. Спасибо за день. Спасибо за Турцию. Спасибо за... в машине. Что ты не изменяешь, скотина? Ты дура. Что такое? Это твой телефон. Так, продолжаем. Случай на кладбище. Так, тихо ты! Хорошо, просто прикалываюсь. Так, 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 смотри. Тоть, хватит тебе, говорю, так страшно. Так. Иванов, Петров, о, Сидоров, Сидоров. Копай, 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 давай, копай, копай. Есть, 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 копался, копался. Товарищ Сидоров, это вас Приватбанк беспокоит. Вы нам еще 200 гривен должны. Куда вы на тот свет собрались? Продолжаем, друзья, дальше. Едем, слушай, с невидимка в старости. А где ж ты сдох? Два хирурга. Так, коллега, смотрим, значит, кости нормальные, ребра хорошие. Мне все очень нравится, что у вас. Мне тоже все хорошо. Все хорошо. Чем он болел? До пилорамы он выглядел вот так. И вот такой вот звук издает наша студия. Ребят. Нет, ну правда, про Приватбанк очень смешная. Очень смешная. Естественно, очень смешная. Ну, она, видимо, была не... Была бы еще одна. Нет, да, но она вот... И провалит. В любом случае, спасибо. Вы, по-моему, очень круто выступали. Спасибо. Дима, Николай, спасибо. Я хочу вам сказать, что вы спустя этот год по-прежнему в блестящей форме. Вы дошли до 50 тысяч. Спасибо. Дальше спасибо. Дело случая. Мы спасибо. Очень рады за вас. Спасибо. И будем рады новой встрече. Спасибо. Пока. Спасибо большое. Каждый из нас в нашей стране может получить любые деньги. Всего лишь улыбнуться и получить деньги. Люблю вас. Ура!